В Пекине в рамках двух сессий продолжаются отчетные пресс-конференции главных министерств. Сегодня с журналистами встретился глава МИД КНР Ван Ии. Он рассказал о достижениях китайской дипломатии, а также обозначил приоритеты внешней политики страны. Министр ответил на вопросы о санкциях ООН против КНДР и роли Китая в разрешении северокорейской ядерной проблемы, о предстоящем саммите G20 в Ханчжоу, об успехах инициативы «Пояс и путь» и об инвестициях за рубеж. Что касается отношений Китая с Россией, Ван Ии заявил, что никакие международные события не могут повлиять на развитие стратегического партнерства двух стран. Китайско-российское сотрудничество очень зрелое и стабильное. Оно стоит на прочной основе взаимной поддержки и доверия. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались 5 раз и задали тон развитию китайско-российских отношений. Мы активно продвигаем совместные крупные проекты. Началось строительство восточного маршрута газопровода из России в Китай. Мы сотрудничаем в сферах производства оборудования, сельского хозяйства и финансов. Наше сотрудничество по своей сути долгосрочный и стратегический проект. Временные факторы не могут предотвратить углубление наших связей.